И всем привет, дорогие котята, с вами снова Маруся. Сегодня я вам покажу очень прикольные читы для Грейни. Они очень крутые, там можно делать разные вещи, стать гигантом, например, или просто так без оружия убить бабку, вообще все что угодно можно сделать, даже можно сделать смешные глаза разноцветные. И включить бессмертие, и залезть куда хочешь. Сейчас я вам покажу, сначала отключим. Включим бессмертие, чтобы она нас не убивала. Дальше я вам все покажу. Спускаемся к бабулечке. Так. Спускаемся, где наша бабуля. Эй! Ау! Итак, самая первая кнопка. Она у нас стоит на месте. То есть, где бы мы там ни позвенели, она стоит на месте. Вот, чтобы мы там не скинули. Давайте картину скинем. Первая кнопка, она зажимает бабку, и она никуда не идет, и там остается на месте. Так, как видите, дальше она реагирует на звуки, если это выключить, смотрите. Так, дальше, вот видите, она реагирует. Дальше у нас клонировать, можно сделать несколько бабок. Вот, две бабки, три бабки. Четыре бабки. Правда классно? И их можно всех задержать на месте. И они больше никуда на звук не пойдут. Смотрите, вот так. Оп. И бабки у нас стоят на месте. Также можно клонов бабки убрать. Оставить одну бабку. Так, пока что ее отпустим. Погулять можно. Дальше можно стать гигантом. И, ребятушки, спокойно забрать отвертку. И если мы станем гигантами, сейчас я вам покажу, мы можем взять отверточку спокойно на халяву. А бабушка у нас там зависла, потому что я ее сделала так, чтобы она зависла. Ой. Секундочку. Так. И йоу. Ей, я забросил ее. Дальше. Сейчас я вам покажу еще одно место. Итак, вот это место. Сейчас мы нажмем гиганта и посмотрим, что будет. Так. О, отлично, то, что я и хотела. Короче, смотрите, у нас тут текстурочки. Текстурочки. О, мы коробки даже можем отодвинуть. Я хотела попробовать еще на лестнице, прямо на самой лестнице. Так, выключаем гиганта. Вот здесь прям вот. Так. Во, вот сюда я хотела попасть. Смотри, тут можем даже ползать. Тут очень круто. И сейчас я вам покажу, что у нас еще с двориком. Вот здесь можно ходить спокойненько. Так, что у нас с двориком? Так, я уже на месте. Включаем гиганта. Сейчас увидите, что будет. Та-да-дам! И тут у нас надпись. Help. Это очень круто. Как будто мы на крыше сидим, но на самом деле просто включили гиганта. Сейчас я еще кое-что покажу прикольненькое. А, так, подождите. Смотрите, выключаем гиганта. Я вам сейчас кое-что крутейшее покажу, смотрите. Бабуля. Так. Смотрите. Что будет, если отключить бессмертие? Та-дам! Вот, короче, какая штуковина прикольная. Если отключим бессмертие, нас бабулечка убьет. В общем-то, я вам все показала. Если хотите прохождение этого мода с читами, то поставьте, пожалуйста, лайк. С армией бабок. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на маленький колокольчик, чтобы узнавать о моих новых видео. И всем пока-пока-пока.